Привет всем, мужики. В общем, продолжаю я дальше с ведущим мостом. В общем, выкатил вот свой прежний мост. Вернее, не мост, а переднюю балку простую. Ну, самодельная была. Помните все. То есть, вот ее выкатил, поставил здесь. На колесах она покуда стоит. Но гайки, правда, уже начал раскручивать, потому как снимать эти колеса буду. Резину эту буду ставить на этот, на ведущий перед. Цилиндр тоже буду снимать отсюда. Ну, а этот передок, не знаю, может, кому-то продам, если кого-то заинтересует такое. Так, в общем, идем дальше. В общем, вот, за пару дней, что я сделал. То есть, видите, установил передний брус. Плиту установил. И вчера уже вкорячил сам мост. Ну, именно редуктор с этими, с рукавами покуда. Остальное буду потихоньку собирать. Потому как, чтобы целиково его не тянуть. Так. Лонжероны. Снимал все, зачищал вот это, эти места. Потому что раньше она, получается, здесь. С этой стороны, снаружи заходил тот брус. Соответственно, поснимал ящики вон. С этой стороны. И с той стороны снял покуда ресивер, чтобы ничего это мне не мешало. То есть все это поддонкратил, подставил вот на пень. Ну, здесь уже, видите, от пня оторвался перед. То есть все он прикручен. Так, здесь столкнулся с такой картиной. В общем, у меня стояла вот такая передняя опора. Не знаю, какого это, старого образца, либо с чего-то, ну, не знаю, в общем. Сюда она вообще не подходит, поэтому, покуда не ставил ничего, вот видите, снял шкив. В общем, заказал переднюю опору на разборке. Там группе по ЮМЗ должны прислать. Вот. Вот до такого состояния, то есть я его собрал. Сейчас буду ставить уже цапфы. То есть здесь предварительно все это позачищал, повытирал, поставил новые колечки. То есть старые вот они были порванные, и то не целые, а по полкольца почти, что можно сказать, стояло. Поэтому здесь все это позачищал и поставил новые колечки. Сейчас немножко здесь солидольчиком мазну и буду собирать дальше все это дело. В общем, ладно. Погнали. Так, мужики, собрал я мост, то есть поставил все бортовые цапы, все это установил и также поставил рулевую тягу. Вот ее так выгнул. Вот. В общем, тяга как раз подошла с моей прежней балки, как раз четко, размеру в размер. Единственное, что пришлось в этом месте подогнуть. Для чего подогнуть? Чтобы она при поворотах, вот, допустим, вот повернул я вот так вот цапфу. Ой, вернее, цапфу, это бортовую, чтобы она не цеплялась. Тяга за редуктор. Вот так вот она ходит. Все отлично. Также и эта сторона. Все собрал. Единственное, что вот вчера, когда устанавливали, конечно, краску пообдирал я. Ну ничего, подкрасим снова. Так, сейчас-ка буду собирать колеса. То есть диски, как помните, те, что я
купил 140, покрасил, то есть я поставлю сюда эти диски 140. Ну и резина, которая у меня была раньше на газоновских колесах до этого. То есть резина поставится эта. Новую покуда не за что брать. Поэтому резина останется прежняя. Вот так вот. В общем, сейчас собираю колеса и устанавливаю их на свои места. Ладно, погнали дальше. Так, ребятки, собрал я колеса. Вот так получилось. То есть собрал на эти диски, которые я красил. Получилось довольно-таки неплохо. Все меня устраивает, поэтому, по-видимому, диски МТЗовские я покуда брать не буду. То есть все вполне достойно смотрится. Вот. Так, установил сюда щитки, которые закрывают карданы от грязи. Так, когда установил резину, замерил расстояние, ну, в общем, колею. Колея составляла 1,40 м. Маловато, конечно, потому как зад у меня 1,50 м. Поэтому пришлось выбить назад вот эти клинья и выдвинуть цапфы на одну риску. То есть как раз она получается 5 сантиметров. Эту сторону и ту сторону 5 сантиметров. В итоге теперь у меня вышла колея 1,50 м, как и колея задних колес. Так, здесь мне токарь поточил вот такие распорные болты, которые зафиксировали вот эту плиту, чтобы она не ходила именно на этом пальце. То есть она, плита теперь у нас стоит мертва. Мост будет играть на родном Т-40-овском крабе. То есть вот на этом, в этих местах. Эта плита у нас будет стоять мертво. Так, рулевую тягу я уже, как я говорил, установил. Так, идем дальше. В общем, с рулевым цилиндром покуда не занимался. Ну, в общем, здесь будет привариваться такое ухо под этот, подкрепление цилиндра. И здесь, на этом, на самом мосту буду делать кронштейн под этот, под цилиндр, подкрепление. Так, здесь, как я говорил, в общем, вот эта опора, когда у меня стояла на самодельном брусе, в общем, сюда она теперь не подходит. Здесь расстояние между отверстиями намного шире. Поэтому она не подошла. Заказал я на разборке. В среду она вышла, опора, поэтому жду, когда она прибудет в Белгород транспортный. Заберу, потом установлю на место. Так, что дальше? Вчера снял я вот эту плиту, которая закрывала, ну, в общем, крышку снял. Теперь сюда будет устанавливаться шестерня. Вот это вот. Так, у меня мост из-под экскаватора. Здесь стоял валик и стояла тоже шестерня привода насоса НШ. Она мне мешала, поэтому ее, чтобы снять, надо было вытянуть валик. Валик, оказывается, здесь стоит болт на валике стопорящий. Поэтому, чтобы не половинить трактор, вырезал варварским методом с помощью болгарки. Перерезал этот валик, все это вытянул. Теперь разберу пол в кабине, сниму крышку вот эту коробки, чтобы добраться сюда, поставить валик и шестерню привода раздатки. Вот такие дела. Так что потихоньку у меня дела движутся. В общем, ладно. На этом всем пока. Ждите следующего видео. Видео будет. Поэтому всем пока, до новых встреч!